по технической, не по компонентам. То есть техническая бригада очень высоко оценила их вчерашнее катание. Именно это и сохраняет оптимизм, я думаю, американских спортсменов. Ну, она же оценила по достоинству. Да, они все чисто же. По достоинству, абсолютно согласен. Ну вот, и Антипов с Кудашовым уже на льду и будет сейчас кататься под песню «Солвейк» из «Пергюнта» Эдварда Грига. Тренер Олег Судаков, которого сейчас мы видим на заднем плане, с аккредитацией, вещами и чехлами, что вполне логично. Из Тольятти Марина Антипова, Артем Кудашов. Им китайцы, китайские телевизионщики четко знают, где чья сборная сидит, и всегда показывают, аплодируют сборные или нет. Наши аплодируют. Молодцы. Да, сейчас мы с вами видели Галину Петровну Голубкову, которая неизменно ездит на финалы Гран-при, на чемпионаты мира. Чтобы все получше организовать. Да, чтобы все получше организовать и тем самым поддержать наших спортсменов на этих соревнованиях. Ну что ж, без, опять-таки, без видимых ошибок. У меня уже эта фраза, по-моему, приклеилась ко мне. Действительно, ребят неплохо скатали для себя и выполнили
все элементы. Вот мы с вами сейчас видим поддержку по прямой с удержанием позы. Все правильно. Партнер был на одной ноге. Еще одна поддержка. Извините, может быть, это не по теме техники, но как бы все-таки, ребят, раскрепостить бы, а? Немножечко. Ну, для этого нужно провести очень большую работу с хореографами, с актерским мастерством. Для этого нужно просто нанимать, приглашать людей, поскольку тренер не всегда может вложить в спортсменов именно хореографическую составляющую. То, что эти ребята очень хорошо подготовлены Олегом с точки зрения техники, это видно. У них очень хорошие элементы, правильно исполненные. Вчера они продемонстрировали прекрасный обязательный танец как часть комбинированного танца. Короткий он сейчас называется. А, в этом смысле, часть короткого. Все понял, извините, не хотел вас прерывать. Обязательный как часть. Да, все. Вот, у Олега это всегда очень хорошо получается. Вот мы видим, что ребята не достигают своего сезонного лучшего результата. Не достигают они примерно 3 с чем-то балла. Да, невысокий результат, 110-16. Я не думаю, что этот результат позволит им подняться.